Так, ну шо, как говорят у нас на Украине, салам алейкум. В общем, посылок в этот раз немного, мне много не пришло. В общем, так получилось, вернули просто деньги с Алика, поэтому у меня тут всего ничего. Ну, давайте хотя бы это посмотрим, должно быть тоже интересно. Первое, самое видное, давайте начнем с этого. Это я заказал где-то месяца полтора назад, это массажер. У меня тогда жестко болела что-то спина, шея, ну, в общем, как бы третий десяток пошел, дает о себе знать. В общем, я заказал себе по видосу, там как-то вот так вот трешь им, там что-то руки, шею, спину, ну, должно что-то помогать. Вот как раз сейчас, вчера у меня заболела опять спина. Вот, должна помочь, посмотрим, проверим. В следующем видосе расскажу, как она вообще действует, не действует. Здесь, короче, какие-то китайские иероглифы. Ой, не знаю, камера она покажет, не покажет. Ну, в общем, они есть, можете мне поверить на слово. А не верите, да, не как хотите. Так, следующее, давайте, вот это. Я, короче, себе взял... Что с ним делать? Я попробую обрезать. Следующее, это очечи. У этого самого, что было дальше, могли видеть их. Но мне, короче, вкатили, прикольное дело, так вот чисто, и погнал. На самом деле, они, ну, нормально, в принципе, от солнца защищают, если их прям вот так вот одеть. То да, но если их носить вот так, то, блядь, ну, прикол, типа, на тусовку куда-то одеть, поугарать, поприкалываться, нормальная тема. И стоят они доллар, по-моему, но я как обычно, пишу в описании под роликами, сколько оно будет стоить. В общем, следующее, что тоже на виду, это прикуриватель для машины, но он необычный. Я, кстати, не знаю, как прикуриватель, он работает или нет, но вроде должен. В общем, он работает как тайник для каких-то мелочей. То есть там 10 копеек сюда можно закинуть без проблем. Семок насыпать. В общем, что пожелаете. И вот так вот он закрывается, закручивается и порядок. Вот. Так, это есть, это есть. Давайте. Вот это следующее. Это самая пушка, что я заказывал на Алике. Мне очень нравится. В жизни помогает очень сильно. В общем, смотрите. Вот так вот одеваешь. Что за хуйня? А, она застегнута. Короче, вот так вот одел, застегнул, плюс-минус, и все, и ты можешь бриться, стричься, вся хуйня, типа, кайфовать, и потом оно все, волосы, получается, падают здесь, на пол ничего не летит. Взял, вот так вот сплюнул, грубо говоря, и погнал дальше. В общем, вот такая фигня. Сейчас. В общем, мне нравится. Тоже стоило $5-6. Но я напишу в описании, сколько оно стоило. Или, блядь, если заморочусь, то прям здесь укажу. Вот. Короче, класс. Так, ну и все, блин, мне, я же сказал, короче, не пришло много. Я просто нашел дома пару вещиц, которые заказывал до этого на Алике, решил тоже показать. Сука. В общем, мы когда год назад купили телек, я думал, что это пульт. Ну, можно купить пульт, вот лазером он, типа, управляешь, вот так по телеку водишь, там каналы переключаешь, каналы. И, ну, класс. Типа, флешка, смотрите, достается. Ну, в телек воткнул и погнал. Но нихуя, это оказалось просто лазерная указка для слайдов, там, для показов каких-то там в аудитории или еще где-то. Я как раз институт закончил. В общем, за $4 просто лазерную указку получилось, взял себе. Ну, сейчас чисто Чарли ее гоняю, и в руке удобно лежит. Так, и вот такую фигню, ну, я думаю, может, кто-то видел. Типа на зеркала на машине вот так вот клеишь, и вроде как оно должно не потеть, должна вода скатываться, то есть не оставаться вот эти вот точечки. Ну, и типа, чистые зеркала, едешь, смотришь, кайфуешь, типа, все видно, кайфово. Вот, но я еще не проверял, вот, поклею, потом расскажу в следующем видео, как оно получилось, класс или не класс. Так, что еще? Еще, кстати, угарно, ну, видос мой закончился, можете выключить. Короче, угарно, я в прошлый раз же сидел в наушниках. Тоже, кстати, с Аликов брал чехол, кайфовый, он такой, типа,
плотный довольно. Вот. Я же в прошлый раз сидел в наушниках, я думал, звук с них пишется для видоса. Бля, оказалось, ни хрена подобного. Типа, AirPods не пишут звук. Проводные наушники, которые были, они, ну да. А это ни хера. Поэтому я просто как позер посидел, поуёбывался и сказал всем салам алейкум. В общем, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите пальцы вниз, ставьте дизлайки, пишите комментарии. А всем пока.